Здравствуйте, в эфире телекомпании «Город», программа «Подробности». Через несколько дней стартует фестиваль воздухоплавания «Небо России-2014». В нем примут участие знаменитые пилоты-рекордсмены мира и России. Рязанцам обещают не только возможность увидеть красивое зрелище с земли, но и лично покататься на аэростатах. Всех секретов организаторы не раскрывают, но шоу гарантируют. У нас в гостях президент Федерации воздухоплавания Рязанской области Александр Маврин. Давайте начнем с того, как долго история фестиваля продолжается, когда он берет свое начало, чтобы телезрители, если кто-то не в курсе, узнали о нем. Впервые в СССР фестиваль состоялся именно в Рязани. Это было 90-й год. Вот. И уже с того времени как бы лет исчисления воздухоплавания в принципе, да, на российской земле имеет свое начало в Рязани. Потом был небольшой перерыв 15 лет. Вот. И в связи с чем? Кризис в стране? В связи с кризисом в стране, в связи с отсутствием денег, вот, в связи с тем, что все-таки Рязань был город закрытым, вот, и летать над городом было нельзя, запрещено. Вот, 2007 год, впервые, да, в современной истории мы сделали фестиваль благодаря поддержке администрации и правительства. Вот. И с тех пор ежегодно проводим его именно в августе. А что меняется? Вы же тенденцию какую-то замечаете? Количество участников, экипировка, подход, места какие-то более экстремальные. Что по-другому? Ну, экстремальных мест нет, в принципе, да, потому что воздухоплавание – самый безопасный вид спорта. Вот. Ибо мы летаем утром и вечером в тех условиях атмосферы, когда все благоприятствует спокойному течению полета. Тенденция есть то, что приходит как во всю нашу жизнь техника. Вот, соответственно, если раньше летали по картам и компасам, то сейчас у всех уже навигация отлажена. В корзине навигации, да, свои компьютеры. В общем, появилась точность полета. Ну, допустим, сейчас, если ты не попадаешь в 10 метров от креста, ты уже далеко даже не в середине. Вот, это одно. Потом из года в год количество растет. В этом году проводим рейтинговое мероприятие «Кубок Неба России». Вот, сейчас заявлено 31 спортсмен уже. И помимо их еще будет, ну, команд, наверное, 5, чисто фестиваль, который приедет там на пару дней полетать просто так. В чем заключается спорт в данном случае? То есть, когда это гонки, там какая-то скорость, там мы чувствуем автомобиль, что-то пошло не так. В небе, слава богу, таких дорог и таких ухабов нет. А вот в чем спорт? Спорт в точности полета. Вот. На самом деле, воздухоплавание подразумевает под собой заблаговременное планирование, вот, хорошее метео обеспечение, вот, и, соответственно, прежде чем вылететь куда-либо, ты просматриваешь там 2 или 3 ресурса, вот, строишь примерно траекторию полета, и уже потом, выехав на место старта, опускаешь маленький метеозонд, понимаешь то, что, в принципе, прогноз оправдывается, вот, и ветер, который тебе давали, он есть, и ты летишь так, как ты хотел, вот, и, соответственно, весь смысл воздухоплавания в том, чтобы поймать нужный поток на нужной высоте и прилететь туда, куда-либо ты хочешь, если ты сам для себя летишь, либо на соревнованиях, как это поставленное спортивное задание. Давайте теперь ближе к тому, как пройдут все-таки соревнования. Самый активный какой-то день, когда это все начинается, по каким этапам будет разбросано? 11 августа заезд, регистрация. Все приезжают в Окскую жемчужину. Вот. У нас, кстати говоря, одно из, наверное, лучших и безопасных мест для того, чтобы летать, потому что поймаки, вот, плоское, отсутствие линии электропередач, все выкошено. Вот, все красивое, зеленое, лента реки течет, там мещера. В общем, все здорово. Вид спорта романтичный, мне кажется. Вид спорта даже более чем романтичный с первого взгляда. Но это, по большому счету, погрузочно-разгрузочные работы, потому что материальная часть достаточно тяжелая, она находится в разобранном виде, необходимо вытащить, собрать,
прилететь, разобрать и уехать. Но новичков вы не берете. Вот как пресса сейчас скажу, попасть в вашу кабинку очень сложно. Самый главный вопрос, почему? Мы к этому не готовы или там все зависит от того, какое количество груза, скажем так, внутри? Попасть очень просто. Для этого необходимо аккредитоваться. Для средств массовой информации у нас есть наш пресс-центр. Соответственно, все желающие СМИ могут быть аккредитованы МИ. Для обычных горожан то же самое. Мы открыты. Есть на сайте указан телефон. Вот. Есть возможность для желающих осуществить свободный полет. Вот. Соответственно, вы ждете всех гостей? Мы ждем всех гостей без ограничений. Вот. Как бы даже если брать возрастной ценз, то это начиная с 7 лет и заканчивая там 81. Потому что вот крайний раз летал с своей бабушкой. Бабушке было 87 год. Я пытаюсь понять, для чего нужно это людям. Одно дело, когда это первый раз, да, там ощущение, увидеть свой город, сделать какие-то фотографии, сейчас это модно. И другое дело вы, люди, которые из года в год, видимо, тренируются много, видимо, справляются как-то с техникой, да, учатся делать все быстро, компактно. Зачем? Чтобы получать, наверное, удовольствие. Ну вот, просто каждый находит себя в чем-то. Вот, и воздухоплавание – это вид спорта, да, но это скорее даже образ жизни. Самый зрелищный момент вот из тех дней недели, которые вы назвали, для зрителей, которые придут, может быть, которые увидят вас откуда-то, все-таки воздушный шар трудно не заметить. Ну, планируется то, что будет каждый день зрелищный, вот, поэтому гости могут и жители города могут нас увидеть в небе либо рано утром ежедневно, либо вечером. Вот, соответственно, планы такие, то, что вечерние полеты будут проводиться на летное поле, поселок Шумыш, Волковского моста. Вот, а старты все наши куда-либо будут проводиться, опять-таки, в центре соревнований из Волковского жемчужина. Но это не шоу. Это, почему бы это и не шоу? Допустим, яркий пример того, что люди сами могут себе организовать шоу. Вот, мы знаем точно, что мы имеем предполетные брифинги каждое утро в 5.30 и каждый вечер в 18.00. Вот. И данные о том, куда мы полетим, куда поедем, они поступают пилотам именно в это время. Заранее мы ничего не можем сказать. Соответственно, желающие просто полюбоваться взлетами, они просто садятся на хвост кому-либо и едут на место старта. Вот. Это одно. И это можно будет делать каждый день. Мало того, иной раз бывают такие места старта, куда в обычной жизни ты никогда не попаешь. Например? Ну, например, любое место. То есть, на самом деле, я вот область знаю лучше, чем кухню, да, своей квартиры, где я живу. Потому что область мы уже ездили вдоль и поперек. Вот буквально позавчера был желающий, который я снимал Вышинский монастырь. Если бы не занимался воздухоплаванием, я бы туда никогда не поехал вообще. Вот. А так пришлось туда приехать рано утром. Вот. Брезжил рассвет, поднимался туман. В общем, такая идиллия была. Вот. Монастырь, который восстанавливался. И мы как бы проводили аэрофотосъемку этого объекта. Ну, вот. Да, с вами время, регламент, к сожалению. Да. Последний вопрос. В итоге что? Вот будут какие-то победители, куда-то дальше полетите, будут какие-то призы для своей галочки, для ощущений, для чего? Ну, получается, это же кубок, это рейтинговое мероприятие. Пилоты, которые участвуют, получают рейтинговые очки. И по итогам формируется сборная России. Вот, и потом участие Европы и мира, вот, скажем так. Вот, и дальше что? Дальше то, что ведь не только можно быть зрителем на фестивале, можно быть и волонтером. Вот, соответственно, каждый, кто хочет принять участие вообще и оказаться внутри, скажем так, может опять-таки зайти на сайт, оставить свои контакты. Вот, нам нужны люди. Вот, нужны люди молодые, горячие, с новыми идеями и с водительскими правами. Потому что приезжают пилоты, у которых нет водителя. Вот. Ну, в свою очередь, как бы всем волонтерам по-любому один полет будет гарантирован. Спасибо вам большое. Удачи вам, хороших ощущений. Нашим телезрителям хочется сказать, если вы почувствовали за спиной крылья, будет возможность их применить и использовать. Это была программа «Подробности». До встречи.